На строительство спортивных объектов в Башкортостане федеральный центр направит 2,5 миллиарда рублей. Только в Уфе сейчас возводят 8 крупных комплексов. Работы по ним должны завершиться в следующем году. Ради Хабиров поручил мэрии города, несмотря ни на какие сложности с бюджетом, завершить строительство. На сегодняшний день в Башкортостане насчитывается 13 300 спортивных объектов. Это второй после Москвы показатель в стране. Самыми популярными видами спорта среди жителей республики являются баскетбол. В тройку также входят бокс и волейбол. Сейчас муниципалитеты сосредоточились на развитии инфраструктуры, чтобы вовлечь в занятия спортом как можно больше граждан. В частности, мэр Октябрьского сообщил РБК «Уфа», что в городе в скором времени может появиться новый бассейн. Объем капвложений составит порядка 400 миллионов рублей. Объект возведут на условиях концессии. Инвестором выступит местный предприниматель. Администрация также намерена привлечь часть средств из федерального бюджета. Это бассейн с 6 дорожками, 25-метровый, плюс еще чаша для занятия детей плаванием. Он трехуровневый у нас. Там есть и залы сухие для спортивной подготовки спортсменов. Одно из приоритетных направлений – это популяризация спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в Башкортостане насчитывается 250 тысяч человек с ОВЗ, и только четверть из них увлекаются спортом. Башкортостан был и должен стать одним из опорных российских регионов в этой важной сфере. Для этого мы в прошлом году создали Центр адаптивного спорта, передали ему спортивный комплекс «Нефтяник» с бассейном, открыли зональное отделение по всей республике, выделили дополнительные штатные единицы. Республика направила заявку в Минспорта страны с предложением провести форум «Россия. Спортивная держава» в следующем году в Уфе. Замглавы ведомства Алексей Морозов сообщил, что Башкортостан является одним из лидеров конкурсного отбора.